Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие вот бантики. Оставайтесь со мной. Для сегодняшней работы я буду использовать сочетание двух лент. Лента у меня двухсторонняя и 4 сантиметра шириной. Мне понадобится две ленты длиной 55 сантиметров. И ленты с обоих сторон я соединю вместе. Также мне понадобится узкая лента, чтобы перетянуть бантик, и резинка. И небольшой отрезок темной ленты 7 сантиметров для серединочки. Беру ленту, в данном случае у меня светлая сторона наверху, и укладываю ее под шаблон. Примерно оставляя 1 сантиметр и подкалываю с одной стороны и со второй. Затем перетягиваю ленту на лицевую сторону и укладываю ленту, где заканчивается первая. Край ленты совпадает с краем нижней ленты. И также подкалываю. Затем снова переворачиваю ленту светлой стороной вверх. И край ленты укладываю под низ верхней ленты. Точнее сказать, нижней ленты. Вот таким образом. И подкалываю. Теперь ленту я переворачиваю и также укладываю. Закалываю с одной стороны и со второй. И оставшийся край ленты увожу под низ. Вот таким образом. Чтобы легче было ориентироваться, лучше отметить середину ленты и начинаем прошивать. 3-4. До середины ленты надо сделать с каждой стороны по 6 проколов. И выходим примерно на 3-4 метра от серединки. Также поступаем со второй стороны. Двенадцать проколов и снимаем все заколочки. И теперь затягиваем бантик. И, конечно, закрепляем ниточку и расправляем. На изнаночную сторону подклеиваем резинку. И перетягиваем бант узкой лентой.
И лишнее, конечно, обрезаю. Отрезок темной ленты складываем гармошкой и запаиваем. Также делаем со второй стороны. Нам осталось подклеить серединку. Подклеиваем один край ленты. Красиво укладываем ленту на лицевую сторону. И подклеиваем второй край. Даю клею закрепиться и затем обрежу края. Края ленты я подрезаю немного округло. Не ровно, как обычно я делаю, а вот таким образом. И также поступаю со вторым краем ленты. Все мои детали подклеены и мои бантики готовы. Надеюсь, вам мое видео понравилось и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.